Только СКА и только победа. Петербургские армейцы сегодня отмечают юбилей. А мы рассказываем истории хоккеистов разных поколений. Один из самых молодых игроков клуба, который прошел весь путь через молодежный клуб в основную команду, Александр Барабанов. Я уже рассказывал, на бальные танцы провели. Меня выгнали с первой тренировки с братом Иваном. А он потом еще совмещал хоккей с танцами какое-то определенное время. В итоге я пошел на хоккей. И, не знаю, стало получаться. И тем более там условия все были созданы в Петергофе. Не знаю, все было хорошо. Рядом с домом был стадион. Поэтому, не знаю, все было для развития. Поэтому выбрал хоккей. Все было хорошо, кормили нас и по возможности одевали, поэтому, не знаю, не жалуюсь. Я помню, даже на пруду у себя на Ульином тренировался, даже отец бывал, собирал, ну, у нас как бы стадион там бывало закрывали, и отец на Ульином пруду у нас, я в первую шубу за окном пруд, там все катались, там нормально тренировались. Александр Барабанов забивает вторую шайбу в первом периоде. А вот о зарплате не помнишь, куда первую зарплату подарил? Не помню. Честно говоря, не помню. Но я помню, что отдал отцу я. Да. Ну, собственно говоря, отец, потому что и занимался плотно, да, с тобой всегда? Да, естественно, нет. Он очень много времени, если бы не отец, не знаю, что бы достиг, потому что он со мной всегда занимался. Не знаю, очень много сил у меня вложил, как бы, и времени. Поэтому, естественно, все ему сначала. Мечта была и заиграть в СКА, и попасть в сборную. Наверное, теперь, наверное, мечта попасть в сборную чемпионат мира.